Всех приветствую, патеанский мир завоевательно, дорогие друзья. Было у нас с вами 200 тысяч рекрутов, но половину из них воины съели, и мы с вами в больших долгах по рекрутам. Воюя с очень сильными Британией, Богемией, Священной Римской империей, отвоевав с Францией, мы вынуждены объявить войну еще и Осману. А ведь это апрель 59-го. Это будет война с Газикумухом, османами, нагайцами. Нас ждет еще война в январе с Мином, а потом в 61-м с Японией. То есть прекращать воевать мы, конечно же, не будем. Никак, у нас нет на это ни права, ни возможности. Так, а ну-ка давайте сюда. Про вас-то я и забыл. Сколько мы платим за... Как там коррупция? 1,4, апрель 59-го. Когда мы ее скинуть можем? В феврале могли. Уже можем скинуть коррупцию. Но нам надо подождать, пока она вырастет чуть больше, чтобы скидывание коррупции было оправданным. Так, содержание колонии 72. Нормально. Все. Свободный дипломат и... провинция, которая нам показывает, так сказать, наш индикатор. Масул национализировали. Киркук даже не начинали национализировать, а тут нечто. Фаюм не начинал национализировать, но зато почти национализировал тут. У Нечда, я так понимаю, сверхрасширение сейчас. То есть по этой войне мы его не сильно-то и раскормим газикумухскими провинциями. Но, тем не менее, а что нам остается делать? Вперед. Положительно то, что османы, которые придут воевать, они воюют сейчас с Россией. Мы таким образом помешаем их войне с Россией. Может, они, конечно, у России что-то и заберут, но немного. Но они могут помешать нашей войне. Нашей войне. Так, объявить войну. Очищение от ереси, конечно. Или, может быть, мы... скинем коррупцию, так как мы... будем заключать перемирие. И хотелось бы национализировать максимально дешево. 1,4. Это, в принципе, неплохо. Неплохая скидка коррупции. Давайте сделаем вот так вот. Это, во-первых... Во-вторых, начнем искоренять коррупцию. Она теперь не будет расти. В-третьих, посмотрим, какое перемирие мы сможем заключить с Британией. Я бы хотел отдать своему вассалу Тимбукту провинции, которые я наметил, и Британия их отдает. Себе хотел бы взять Лондон, и она его отдает. Себе хотел бы взять вот эту крепость, и она ее отдает. Это 33 сверхрасширения для себя. А я могу вместить гораздо больше. Я могу взять 60 сверхрасширения. Теперь вопрос, сколько еще отдаст Британия. Эту крепость Британия не отдаст. 118-122. Нам буквально захватить эту крепость, и у нас все будет. Ладно, тогда давайте заключим, точнее нападем на Газикумух, а потом... будем заключать с Британией перемирие. Нагайцы. Это, возможно, будет означать войну с Россией. Кто у них? Кстати, мы сможем откатить перемирие с Россией. То есть, можно взять и поставить на них галочку. Будет считаться своей стороной, может призвать... призвать союзников, не то.
Зато его провинция будет стоить в два раза дороже. Ну, нам хватит самого Газикумуха для того, чтобы им его скушать. А нагайцев по белому миру выведем, чтобы потом с Россией иметь возможность отсрочить перемирие. Так что Газикумух, очищение ереси, подтвердить. Полетели. Откуда-то на нас могут напасть османы. Боже. Ну, вы понимаете, это придется руководить нереально протяженным и огромным фронтом. Нам придется следить за войной с Богемией, из которой, я надеюсь, мы очень скоро выберемся. Нам придется следить за войной с османами. Нам придется следить за войной с нагайцами. И нам придется... Ну, тут да, тут беда. Тут везде есть османские армии. Придется ото всех убегать. И придется себя поддерживать с разных сторон войсками. Привет, флотилия! Сейчас османская флотилия, скорее всего, дуба даст, ударившись о нашу флотилию. Но я надеюсь, что дуба даст, а может и не дать. Может и победить. Так, доброго кота оставляем на случай столкновения. Сейчас придется... сразу же запретить... Не запретить, а попытаться захватить переход... чтобы была единственная возможность осману через горы к нам переть в Анатолию. Может быть, нам Анатолии хватит для белого мира. Может, не хватит. Но тут нам тоже нужно как можно скорее, как можно большее число провинций захватить, чтобы вывести османа на белый мир. И желательно немножко помочь России как-нибудь. Идем сюда. Идем сюда. Осман, осман, осман. Тут наша победа будет зависеть от того, как мы скоро захватим. Захватим Албанию, чтобы освободить наши армии для вторжения к осману. Нагайцы и осман. Ну а также всеми силами... нужно наброситься на эти территории и освободить их. Чтобы выровнять счет Османа и России. А в идеале... Такс, мы захватили еще и Нюрнберг. Замечательно. Угу. Теперь ты от нас бежишь. Значит, надо освобождать. Иди сюда. Просто станем на осаду.
и себе всячески помогаем. Так, ну тут... Так, Трансильвания заключила военный союз. Но она же воюет, как она могла. Как его знает. 17 мая, успеваем. Мы вас догнали? Не догнали, боже. Мы их не догнали, друзья. Вы тут стоять будете вечно. Так, восстание есть. Только ходынцы нам там мешают. Это можно пережить. Через 17 дней можно с кем-то заключить перемирие. Османский флот мы, скорее всего, потопим. Иди сюда, родной. Осталось только османскую армию увидеть, где она. А у османа, чтобы вы понимали, ни много ни мало, 200 тысяч против нас будут воевать. Богемия, падай, пожалуйста. Столичка не хочет падать. Столичка не хочет падать, это плохо. Плохо, когда столица не падает. Как же они захотят покинуть военные действия против нас, если их столица не падает? Так, ну хотя бы провинция какая-то упала, и то хорошо. Так-с, победа типа за нами. Пошли карать. Еще две провинции Богемии захватили. И все еще остается вопрос. Что тебе надо? Союзник в войне, длительность войны, военная сила, владеет столицей. Надо, чтобы упала столица. Тогда мы с ними сможем договориться. А пока они так и будут мучить нас своими армиями на своей территории. Так, британская крепость тоже пока не падает. Шанс на то, что мы... заставим Британию сдаться, тоже весьма мал. Идите сюда. Хотя еще одна крепость упала. Может теперь они не против? 73-112. Нет, они все еще против. Так, но зато у нас есть Рашид. И Рашид тут. Давай сюда, по чуть-чуть будем отсюда выходить на территорию османов. Для османа нам тоже нужна как можно скорейшая оккупация всех его территорий. От этого будет зависеть, как долго мы с ним будем воевать. Я надеюсь, что недолго. Означает, что мы сможем торг, может даже к Константинополю пройти этой армии, чтобы не терять ни мгновения. А, так, у нас два миссионера, которые могут нам помочь. Давай сюда. И давай сюда. Для миссионеров у нас больше работы не будет. Давай уже, блин, национализируй это все. Что ж ты никак не хочешь? Так, может нам Рашид здесь пригодится?
Ну, с Нюрнбергом мы точно перемирие никак не заключим, поэтому мы можем отобрать у него деньги. Репарации заставить его платить. Правда, нафиг нам это. Если мы каким-то образом к Нюрнбергу подберемся, то мы еще скажем себе большое спасибо, что не заключили с ним. Хотя ладно. Союз с Богемией разорвать. Закончить вражду с Баварией. Союз с Магдебургом разорвать. Сделаем предпосылки для кучи войн. И... Так. Центральный доминион. Успокоить местную знать. Все. Дипломатия, предложить, отправить. Ух ты, 32 тысячи богемцев сюда идут. Сможем ли мы убежать? Или капут нашим армиям здесь? Капут нашим армиям здесь! Ладно, переживем. Боже, помоги за всем этим уследить. Рашид сюда пришел. Должен типа помочь. Но может здесь и без Рашида хватает хороших парней. Молодец. Захват произведен. Нет, не хочу воевать с дворянами. Минскими, но придется. И к нам пришли шуньские сепаратисты. Тоже придется армии сводить для того, чтобы не дать им тут ничего захватить. Газикумух. Что-то мы Газикумухское захватили. Вперед к крепости. Что-то мы Османское захватили. Вперед к крепости, потому что здесь мы будем встречать осман. А, вот осман наших решил проатаковать. А, нет, это не осман. Тут у нас есть шанс на победу. Давай, жаба, будет очень тяжело проследить за всеми этими войнами, но я почему-то... Не почему-то, а точно уверен, что может быть не самым эффективным образом, но мы справимся. Такс, столицу захватили. А значит, мы можем встать сюда. Наша цель не дать осману все это дело захватить. Захватить это самим помочь России. Не захватить, точнее освободить. Есть английская крепость оккупирована. Сколько у нас с англичанами счета? Семьдесят шесть. Я, конечно, могу в угодьях на них напасть и выбить себе еще счета военного. У нас, главное, освободился Рашид. Рашида можем поставить на какую-то осаду.
Скажите, пожалуйста, что я захватил столицу. Боже, я захватил столицу. Все, Богемия выйдет на мир. И все вот эти наши огромные войска можно вести к Османской империи теперь. Привет, Османская империя. Так, помогает. С Россией 52 счета. Все равно много. Хотя мы, конечно, освободили часть, но, видимо, у них захват на Москве и на крепостях, то есть здесь осман продолжает крутить козу. Так, и 36 тысяч сюда несутся. Явно куда-то сюда. То есть надо как-то свои войска вывести или терпеть сражение. Четырнадцать дней до перемирий. Я говорил, Рашида куда-то надо поставить. Вот его надо поставить вот сюда. Давай тоже сюда. Но я, правда, не знаю, какой дорогой пойдет осман. Может, я зря свожу все свои армии для битвы с 36 османскими тысячами. Но то, что осман отступает ко мне, дает России шанс. А мне дает шанс, что они не заключат какой-то страшный мир. Такс, проверим османа, может, он хочет беляк? Не, осман беляк не хочет. 96-106. Угу. Да, жалко. Так, ну и тут. У нас ничего не выйдет. Если мы не повоюем. Единственное, с кем я могу заключить перемирие, это с Албанией. Средние. Аугсбург можно вывести. Так, ну, албанец тоже проигрывать здесь не собирается. А мы пойдем на помощь своим. Даже поставим какого-нибудь хорошего полководца. Первое июля. Восстаний нет. Что если мы по саксонцам ударим? Так, мы туда не пойдем. Тут они с Россией будут воевать, так что мы успеем накопить силы. Житомир мы освободили. Давай сюда, и ты давай сюда.
Немец, не успей. Нет, мы сюда не пойдем. Мы пойдем сюда. Так, ну России мы шанс дали. Сколько с Британией 81 счета? Все, можно пробовать договариваться. Все, Британия готова нам отдать все. 48 сверхрасширения. А я говорил, сколько могу, на 60 сверхрасширения перемирие заключить. Ну, мне больше и не надо. Так, Британия, 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 дипломатия, предложить мир. Ох, но зато я могу британские войска вывести и помочь себе. Противобританские войска вывести и помочь себе. Три крепости, которые я могу взять. А при желании... Четвертую крепость вы мне не дадите. 123-128. А сколько это будет? Счета. 52. Как я говорил, я могу заключить перемирие на 60. То есть я могу сейчас, к примеру, съесть Албанию. А потом с Британией договориться. Национализируй, пожалуйста. Не хочет. Так, а есть ли тут работа для наших миссионеров? Нету. Теперь что мне остается, чтобы заставить Британию меня слушаться покорно? Продолжать захватывать ее территории. Возможно, дать битву какой-то ее флотилии. Как бы самому не попасть при этом. Да, они нас взяли и уничтожили. Это дворяне. Это засранцы. Они нас, а мы их. Отступить, пока мы еще живы, и идти на помощь всеми силами сюда. Не, дружочек, тут будет так, как я сказал. Тут будет так, как я сказал, и только так, как я сказал. Сюда не перейдем.
Ну, давайте тогда соберем армию сюда. И попробуем захватить Газикуму. Так, мне нравится такой расклад сил. Может, даже я впишусь в это сражение на стороне России. Если осман здесь проиграет, то это поворотный момент будет. Давай назад. Ах ты ж зараза. Так, ну я могу себе помочь. Османчика будет легче склонить к белому миру, чем императора Богема. Но и император Богем не просопротивляется долго. Так, если я хочу помочь, то надо свою армию идти освобождать туда. Или куда-нибудь сюда. Слушайте, молодец, Московия, красава. Сейчас мы... можем на фоне этого дела уничтожить нагайцев, армию, которая нам тут мешает. И победа в этой крепости тоже приятная. Ведь все, что нам нужно, это белый мир. Возначит Рашидов Константинополь. Ух ты! 101-102. Буквально чуть-чуть. Буквально чуть-чуть для победы. Не хватает. Захват тут, захват там. Захват тут, захват там. Ну, с османом я бы не спешил заключать перемирие. Богем, богем, богем. Ну давай же, не сопротивляйся. 101-102. Не сопротивляйся. Жесть. Такс. Вот тут вот мой захват они убирают, но это не страшно. Правда, Россия таки проиграет эту битву. Значит, мы не идем сюда. А мы идем сюда. Богемосик. 102 из 102. Ну ладно тебе, ну хватит упорствовать.
Хотя, что я боюсь? Давай сюда. Давай сюда. Так, по-моему, богемия готова. Да, белый мир отправить. Выведем богемию из этой войны. От нее нам ничего не нужно. Хотя, при желании мы могли бы и требовать. Но нам нужен белый мир, чтобы уже никто не угрожал нам. И чтобы мы могли все наши силы перенаправить в сторону России и Османа. Восстанавливать рекрутов. Так, ну кроме богемии тут есть еще. Саксонии заключают союз, вступают в войну. Они так умеют. И Мекленбурги, так что... Идем на захваты. Тридцать пять дней до перемирия с Британией у нас есть. Не, тебе туда нельзя. Там опасно. Ой, Россия не успела привести свои подкрепления, все они пострадают. Так, как нам враг пришел. Надо его где-то встречать. Вопрос только где. Скорее всего, в этих горах. Сюда. Ай, в атаку, в атаку, в атаку. Так где? Вижу, сейчас повоюем. Так, столицу нагайцев мы захватили. 53 тысячи у нас здесь есть. Вывести нагайцев на белый мир мы можем, при желании. И даже разбить османские армии. Какие-то мы тоже можем при желании. 46 тысяч! Вас могло быть хотя бы на чуть-чуть меньше. 46 гребаных тысяч. Сейчас будем разбираться. Всеми силами. Всеми силами разбираться. Так, своих разбили мои вассалы. Молодцы. Тут еще какие-то повстанцы. А тут наших уничтожают. Они крепость хотят отвоевать, что ли? Туда не пойдем. Сюда пойдем. О, есть работа для одного миссионера, но только для одного.
Такс. И тут надо выделить армию, чтобы помогла. Должны мы там проиграть. Все, дипломат свободен. Мы можем смотреть, с кем мы можем заключить перемирие. 42-57. Тут столицу захватить и тогда заключим. А как у них с Россией 47? По чуть-чуть работает, но только по чуть-чуть. Великобритания 86. С Великобританией можно заключить большой мир. 52. Это я у нее возьму крепости. И можно попробовать провести дорожки между крепостями. 96. Так будет 95. На 100 они не согласны, на 99 тоже. 95, 97. То есть 96 это максимум, который мы можем от них стребовать. Ладно, ладно. Давайте посмотрим. 44, это мы можем на 60, на 55 заключить сверхрасширение. На сейчас 52. 55,8. Ну, типа, как раз можем. Друзья. Великий мир с Великобританией. Великий мир. Мы хотели, мы желали, и мы его добились. Даже денег можем стребовать. Потом Великобританию мы как-нибудь откатим, благодаря ее союзам. Восточная Фризия и Льеж. Нападением на Восточную Фризию. Хотя забирать деньги это такая мелочничество. Отправить. Теперь это все принадлежит нашему родному Тимбукту, а у нас с вами 99,9 сверхрасширения. Мечта. И мы национализируем сладкую Великобританию. Откинув ее... 871, 593 и 278 половина. 593 развития. Теперь она как богемия. Практически как богемия. Конечно же, они все еще очень сильные. Но мы забрали у них крепости. Теперь путешествие по их территориям будет легкой, несложной прогулкой. Так. Все вводим. Видим, враг убегает. Тоже сможем... за ним погоняться. Следующее, что мы должны обязательно сделать, это вывести по белому миру османов и нагайцев как можно скорее. Объявить войну Мину буквально через несколько месяцев. Мину. Чтобы подобрать легитимности побольше. Так. Богемия пока ни с кем не в войне, и мы лишаем ее союзников снова и снова и снова. При этом при желании мы сможем тут много перемирия заключить. Гизикумух мы отдаем вассалу, нагайцы, османы, белый мир. Лян, если что, когда мы национализируем то, что сейчас есть, мы скушаем лян. Надеюсь, что... да, мы сможем напасть еще в Индии на территорию, на Голконду. Да, у нас нет дипломата, но мы объявим войну. Так, друзья, хорошо. На этом я с вами прощаюсь. И в следующей серии, как вы понимаете, нам будет не легче. Ну как, в каком-то смысле легче, потому что не надо будет следить за Богемским фронтом и Британским фронтом. То есть мы можем вывести большое количество армий теперь уже поближе к Османскому фронту. Ну, насчет Богемского фронта, кстати, не все так просто, потому что при желании мы можем организовать себе здесь дополнительное сражение.
С Британию мы отсюда исторгли. Молодцы. Колонии нам британские не нужны. Да, и что у нас здесь? Клепают претензии наши друзья? Нет, не клепают. Зато можем здесь дипломатию крутую сделать. Враждебные, и мы хотим. Да. Все, друзья. Всем хорошего настроения. И помните, что стримы проходят на втором канале, ссылка на который есть в описании под видео.